белая корочка. Лада, что ты наделала? Андрюшечка, я сейчас все уберу. Как ты его терпишь? Ты целыми днями на кухне зависаешь. С тобой пойти куда-то стыдно. Андрюша, уходи. Это же нахлебник-рецидивист. Мужики уважают уверенных в себе женщин. Маникюр, педикюр, опера, стриптиз. Вернет твою пыль, а ты другая. Красивая и смелая стерва. Мне сказали, что мой одноклассник стал крутым издателем. Я крутой издатель. Что фуфло не издаю. Я окучиваю любую девушку. И все делаю по своей книге. По рукам? Хорошо. Это мой, можно сказать, муж. Я устала, готовить не буду. Стерва. Он вообще ничего не помнит. Она что, того? Как-то не хочется связываться с этой ушибленной. Или ты окучиваешь эту, или признаешь поражение и забываешь про книгу. Глава вторая. Лучшие повара – мужчины. А без грибов невкусно. Глава третья. Главное – терпение. В общем, я вечером к вам приеду, глаза ему посмотрю. Не хочу, чтобы ты сломала мой тренажер. Он еще новенький. Не согласись выйти за меня замуж. Я знаю, ты ждешь другого, мы в ЗАГС не пойдем. Ты только должна на это согласиться, таков договор. Я тоже тебе помогу. Вернется твой Андрей, и я хочу провести с тобой остаток жизни. Это очень много. Ты точно посчитал? Я рад за тебя. Видишь, все получилось, как ты хотела. А я как рада.